До ноябрьских школ добрался карантин. В городском департаменте образования сообщили, что из-за повышенной заболеваемости сегодня пришлось отправить по домам первоклашек одного из классов первой гимназии. Кроме того, завтра на карантин закроют 14-ю школу. Незапланированные каникулы продлятся неделю. В детских садах пока ситуация стабильная. А с понедельника карантин введут в ямальских медучреждениях. Соответствующее постановление главного санитарного врача округа Людмилы Нечепуренко опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора. На Ямале уже несколько недель подряд регистрируется стабильный прирост больных гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день с простудой слегли около 6,5 тысяч ямальцев. Свыше 1000 из них – жители нашего города. Как пояснили в ноябрьской ЦГБ, карантин подразумевает введение масочного режима во всех медучреждениях. Кроме того, будет ограничено посещение стационарных больных. Добавлю, карантин продлится до особого распоряжения главы Ямальского Роспотребнадзора.